Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня телеграм-бот. Это майнер по заработку криптомонеты Тон. Называется Тонфи. Кого заинтересует, перейдя по ссылочке, попадете на страничку, кликните «Запустить». Сразу, прежде чем попасть в кабинет, нужно подписаться на их телеграм. Подписывайтесь, кликайте. Потом кликайте «Проверить». И все. Далее здесь подтверждение выплат. Информация можно почитать. Новости, чат присоединиться. Я же кликаю «Запустить». И дается бонус 2 ГХС мощности. И пошел майнить. Находиться здесь не обязательно, абсолютно без вложений, и рекомендую присоединиться. Даст вывести хорошо, не даст — мы ничего, никто не теряет. Значит, это здесь будут наши монеты. Это местная монета Тонфи. Значит, сбор монет 0.5 тонн. Значит, давайте пройдемся по вкладочкам. Вот это майнер. У нас как бы майнится кошелек. Значит, смотрите, здесь вот бонус дали 2 ГХС. Это я выполнила. Я только зарегистрировалась, как бы только зашла. И уже прошла одну миссию. Мне начислили 0.1 ГХС. Здесь будет как бы история транзакций. Здесь вкладочка «Увеличить», и можно реинвестировать с баланса Тон или купить с внешнего кошелька. Это, как говорится, по желанию. Здесь вы можете арендовать мощность добычи на 30 дней. Ну, естественно, чем больше, как бы, тем больше заработок. Далее вкладочка «Пригласить друга». Здесь находится реферальная ссылочка. Кликаем. Ссылочка копируется. Здесь также «Пригласить друга». Ну и здесь как бы идут уровни. Это наш майнер. Также здесь, когда будет 0.5 тонн, кликну «Собрать». Мой пригласитель выводил с этого майнера. Он платит. Так что в этом плане все порядке. Далее здесь наши миссии. Вот я одну выполнила, и вступайте в сообщество, также начисляются нам ГХС, наша мощность. Здесь как бы информация, язык русский, естественно. Здесь подключить кошелек, я еще ничего не подключала. Но мой пригласитель, как я смотрела, он «Отправить» выводил. Вот так он кликнул вот на эту вкладочку «Отправить». Он сюда прописывал тон кошелек, сюда в сумму. Если вы на биржу или куда там, то нужно обязательно примечание. А если на обычный кошелек, то ничего не надо, просто адрес, сумма, и кликаем «Отправить монеты». Ему довольно-таки быстро пришли, почти инстант. И минимальная сумма на вывод 1 тонн. Вот как-то так. Кому интересно, заходите, пробуйте. Как я уже сказала, я вам рекомендую зайти. Никто ничего не теряет, но если будете вкладывать, покупать мощность, не забываем о рисках. Это же интернет. А все, что связано с интернетом, все инвестиции, это всегда риск. А без вложений, пожалуйста. Будет минималка, естественно, будем выводить, пробовать. Даст вывести хорошо, не даст — никто ничего не теряет. Всем удачи, всем пока.